Доволен, я сумел провести поединок, и для того, ну, как бы промоутерская деятельность — это не очень просто, тем более в Украине. Ну, как бы у меня одни позитивные. Понятно, что это первое шоу, и возможно, там были какие-то недоработки, какие-то сложности и так дальше. Но в общем, я очень доволен остался как спортсмен, как и зритель. То, что я увидел в, скажем так, вне, ну, как бы было очень круто. Но это лучше спросить, наверное, у людей, которые были зрителями, и их мнение по этому всему. Я как спортсмен оценяю это очень позитивно. А это уже договоренности моего менеджера Максима Михайлёва. Он там договаривался. Как бы мы искали возможность побоксировать, провести бой, потому что уже был такой довольно длительный, простой. Ну и вот получилась возможность отбоксировать в первом шоу. В последнем бою, потому с большой радостью согласились и отбоксировали. Я, наверное, никогда не доволен своими боями. Ну, оппозиция была довольно-таки хорошая, как бы, ну, Павел хорошо боксировал, хорошо защищался, атаковал довольно-таки неплохо. И, ну, я доволен, как бы, я продышал раунды, и я очень недоволен этим боем, потому что, ну, я не показал себя в лучшем свете. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с какой-то длительным простоем. И, ну, мне пока сложно сказать, но мы сделали очень много работы над ошибками. Будем развиваться и стремиться это все исправить и показать более лучшие бои в будущем. Без Башира, как бы, мне очень сложно. Он такой, как маэстро в нашей команде. У нас есть определенные наработанные планы подготовок, по которым мы следуем. Как бы это не было большой сложностью подготовиться к бою. Ну, возможно, чего-то не хватало. Ну, не чего-то, а конкретно Башира не хватало, потому что он такой очень важный в нашем коллективе. Мы уже за ним как бы соскучились. Увы, пандемия не дает возможности его сюда привести, как бы, и чтобы это было безопасно и для него в первую очередь, и не так болезненно для нас, чтобы мы не переживали, что будут какие-то трудности. Если говорить про бокс, мне кажется, мир в целом немножко изменится в какую-то сторону, ну и бокс в том числе, возможно, станет более популярным трансляцией по телевидению, нежели хождение на само шоу. Сложно сказать, но для спортсменов мы испытываем определенные трудности, потому что, скажем так, в начале года мы планировали, что у нас получится побоксировать хотя бы там раза 3-4 за год. А я думаю, если в этом году мы еще один бой проведем, это будет вообще замечательно. Поэтому, ну, очень сложно спортсменам, да всем, в принципе, в нашей индустрии очень сложно. Как они будут выглядеть? Да я не думаю, что можно, в принципе, что-то поменять. Однозначно будет ринг, будет 4 угла, будет 2 боксера и судья. Только изменится, наверное, то, как это будет подавать людям, в каком виде. Или это будет конкретно шоу, на которое смогут приходить. Ну, или, возможно, это будут какие-то трансляции. Возможно, будут делать какие-то такие виртуальные. Ну, очень сложно сказать. Всему свое время, ну... Очень сложно ответить на этот вопрос, тем более в нынешней ситуации, как бы мы хотели провести там несколько хороших боев, где бы мы могли набраться опыта и уже на следующий год пытаться как бы поднимать уровень оппозиции и боксировать с кем-то, ну, как бы посерьезнее, с кем бы, возможно, за какие-то титулы там и так дальше. Ну, всему свое время, очень сложно предугадывать и планировать.
в душе я готов, насколько я готов в физическом плане, насколько моя голова к этому готова, это, наверное, более будет актуальный вопрос команде, там, к тренеру и так далее. Но мы усердно работаем в этом направлении. Лично я считаю, что любительская карьера – это важно, потому что, ну, это как выражался Александр Усик, это как детский сад, а потом школа. Я как бы поддерживаю мнение, и ну, любители лично для меня это было очень полезно. Потому что я когда попал в профессионалы, скажем так, был период, когда ну, там не было никаких тренеров, там, ты только ссылался на какие-то свои знания, которые ты мог, которые я приобрел в любителях. Потому лично я считаю, что любители это важно. Вообще, если мы будем говорить про ЮАР, это абсолютно другой континент, другая страна, другая культура, по-своему интересно. Но если разговариваем конкретно про тренировки и подготовку, то Йоханнесбург находится на высоте, точно не знаю, около 1500 над уровнем моря метров. И как бы, ну, как высокогорье, и там тренируешься, то есть ты дышишь чуть-чуть по-другому. Даже если ты переезжаешь в другой город, допустим, с Йоханнесбурга в Кейптаун, там около 1000 километров, это одна страна, ну, как бы разный уровень, и ты уже там совсем по-другому себя чувствуешь. То есть есть этот фактор высокогорья плюс теплая погода и зимой, и летом. Ну, как бы зимой не всегда теплая, но днем тепло и очень комфортно тренироваться на улице. В принципе, большое количество залов тренировочных и довольно-таки хорошего уровня, потому там набрать хорошую форму очень просто. Лично для меня деньги не являются мотивацией. Я считаю, что деньги это идет параллельно с твоим успехом. Если ты успешный человек, то у тебя должны быть деньги. Как бы это работает вместе. Ну, меня мотивирует добиться успехов, добиться своих каких-то стремлений, мечтаний. И если я дойду до того, то ну, как бы деньги они будут где-то рядышком со мной. Потому не ставлю себе задачи стать каким-то супербогатым спортсменом. Мне, наверное, очень сложно сказать, насколько это мне помогает. Ну, могу сказать точно то, что это мне помогает вообще в спорте. То, что я был спортсменом с детства, ну, я от этого кайфую. Возможно, если бы я не занимался футболом, то как-то бы все было совсем иначе и по-другому. Мне очень сложно сказать. Насколько там развиты мои ноги, то тоже, ну, наверное, все-таки развиты, потому что мы с самого детства бегали постоянно, без остановки. Слава богу, я завершил свою карьеру футболиста без травм. Ну, я имею в виду, там, травм ног, как это обычно бывает. Ну, наверное, это мне, как в общем, как для спортсмена очень сильно помогло. Ну, что касательно ММА, то ну, для меня это немножко такой жесткий вид спорта, потому что я знаю, как больно бьют только руками, а представляю, когда тебе еще могут ударить ногой, локтем там, или еще куда-то кинуть там, я не знаю, через себя, скажем так. Ну, как-то вызывает определенный страх, что ли, ну, такой немножко жесткий вид спорта. На данный момент я себя не вижу в этом виде спорта. Мне вполне хватает бокса, и бокс это как классика, и я от этого получаю удовольствие. Меня сравнивать с Майком Тайсоном, я не думаю, что мы особо с ним похожи как-то. Может быть, по духу как-то, но в техническом плане и, ну, не знаю. Ну, конечно, приятно, потому что для меня Майк Тайсон – это легенда мирового бокса. Ну, приятно, но как-то я скромный парень, мне сложно сказать, хорошо это или плохо. Ну, в общем, приятно.